Сегодня 5 июля. Владимир Юрьевич проводит зарядку утреннюю. Раз, два, три, четыре. Теперь побыстрее попробуем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили? Так, кто на лодке плавал? Хорошо, давай, давайте сначала попробуем, как мы плаваем кролем. Вот, вот такие движения. Вот кто самую большую скорость назовет. Итак, начали. Раз, два. Ну я считать не буду, просто крутим. Коля не самую большую скорость. А теперь в обратную сторону. В обратную сторону. Коля, ну плевать как можно быстрее. Коля, не дурачься, ты занимайся. Вообще в обратную сторону. Акула сзади. Закончили. Теперь вращение на плечах. Вращение. Вперед и назад. Сначала вперед. Еще раз. Начали. Вращаем. Тоже как можно быстрее, кто может. С максимальной скоростью. Вот, Маша, у тебя не получается. Маша, у тебя заклинило. А теперь в обратную сторону. Опа, быстро, быстро, быстро. Теперь ноги на ширине плеч. И будем делать что? Не, давайте вращение рук. Вот, совершенно верно. Так, у нас как это под наклоном делается? А, ну достает, тогда давайте будем доставать. Вот так, да. Упражнение, да. Мельница, оно называется. Левое, правое. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свобода тебе. Два, три, четыре. Ноги. Так, закончили. Все. Даже встретились? Понятно. Так, давайте сейчас традиционное приседание попробуем сделать. Нет, руки вперед. Я привык так. Руки за голову. Руки за голову. И приседания? Да. Это как в тюрьме. Это как в тюрьме. Ну давайте попробуем. Руки за голову. Так. Нет, пожалуйста. А? Давайте. И приседания будем делать. О, легче. Так, начали. Так, Тарас, приседай. Тарас, два, три. Тарас, два, три. Тарас, два, три. Все? Работает. Давай, Коля. Давай, Тарас, присядь хоть раз, или сил нету? Тарас. Кто считает? Никто не считает? Я считаю, 50 тысяч. 10 раз присели? Ага. Присели, закончили? А я уже плохо считать. Коля, по-моему, ты тут 3 раза присел. 10. Коля, это не приседание. А это не приседание, это просто так. Я приседаю. Сидение. На счет раз, два, три, четыре. На счет раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Влево, вправо, нафиг. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Егор неправильно делает. Есть. А ты? Разные стороны. Разные стороны. Ну давайте попробуем. Тихо. В одну, ну так я у меня правильно не получится. Вот так сделайте. Я неправильно доделаю. Ну просто посмотри. Давайте. Просто одну вперед. Одну вперед, другую вперед. Вот такую зарядку делать. Всем остальным. А как Коля делает? Как Коля делает? Смотрите, вы просто как я вот эту вот зарядку делаете, просто так вот сразу. Спасибо. Так, ну что? И три кружочка пробежаться под конец хотя бы. Пробежимся. Тело размяли.
Так, где мы? А ноги у него размяли. А, ну давайте еще сделаем что? Вы руки не размяли. Можно... Руки не размяли? Ну, можно. Так, сделаем расчетку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сейчас у нас глаза не заснут. Три, четыре. Все. То есть можно показывать еще раз. Раз, два, три, четыре. Можешь стоять так? Перекатом. Не надо перекатом. Эйвейлан, хочешь ваши ноги размять? Да, не надо. Так. А чё, ну что еще делать? Теперь мы будем бегать? Все размялись. Мы просто вокруг вот здесь. Так, давайте вот. Здесь, да? Тут опасно, хоть я тут пусть побегаю вот так вот. Опасно. До ворот потом здесь. Мы будем, знаете, как бегать? До ворот. Все, вперед, на три хватит. Тихо, не сбей только его, Фрося. Тарас, давай, тебя снимаю, тебя вся планета видит, какой ты. Вот еще один круг. Еще. Сердце стучит у всех. Да, взбодрились? Даже видно, как сердце. Это рыжий. Главное, чтобы не выпрыгнуло. Не надо. Ну что, все, молодцы. А что выпрыгнуть, что ли, может? Тогда на молитву идем. Да, далеко. На молитву. Да. Или мы здесь будем молиться, даже не знаю. Сейчас узнаем здесь, Володя. Здесь будем проводить занятия. А молитва-то где будет? Обычно там молимся. Теперь у нас много больше людей. Да, возможно. Он это...